прощание с легендой советского футбола, заслуженным тренером Молдавской ССР, мастером спорта СССР, бывшим узником гетто, кавалером ордена Глория Мунчи Владимиром Цинклером состоялось в пятницу в Кишиневе. Проводить его в последний путь пришли родственники, коллеги, друзья, артисты, молдавские футболисты, те, кого он тренировал и вырастил в профессиональных спортсменов. Он был очень прост в общении с людьми, он очень доступным был. Это не то, что вот бывает, ну, разные люди бывают, бывает, что достигли какие-то там успехи, так он родную маму или родного брата не узнает. Он был очень прост в общении, он коммуникабельным был очень человеком, жизнерадостным. Поэтому мы друзья были, и поэтому сегодня здесь. Конечно, скорбим по поводу происшедшего. Я с ним столкнулся, будучи игроком, был у него в команде. Ну и, как помню сейчас, отличные, хорошие тренировки. Вот. Затем вместе мы с ним работали в ЦОРе, это Центр Олимпийского резерва. Вот. Он тоже, ну, в памяти он останется как хороший, честный человек. Жалко, очень хороший человек был. И как тренер, и как человек был. Вон сколько пришло, кто играл под его руководством. Меня взяли, еще 18 не было, когда он взял меня в команду. Еще назывался Винту. Ну, первый он дружил с моими покойными родителями, он мне был как дядя. И когда я узнал, что у него рак и идет вся процедура химиотерапии, я просто навещал его, как получалось, и просто не мог не прийти, потому что мне очень был близкий человек. Это действительно был легенда и останется самым великим футболистом в памяти всех тех, кто знает и помнит. Кто любит и вообще интересуется немножко спортом. Я уверен, что сегодня вместе с нами скорбят не только здесь у нас, в Кишиневе, Молдове, не только в бывшем Советском Союзе, а во многих странах мира, где есть наши соотечественники, они все знают и помнят его. Он был патриотом своей страны. Вы знаете, что его приглашали и в московский «Динамо», и в «Спартак», и в другие команды. Но свой буревестник он не приехал. Приводится место с длинным или губернатором Республики Молдова, с длинным или тримом министром Павел Филипп. Позвольте от лица правительства и от имени премьер-министра Павла Филиппа выразить искренние соболезнования семье и всему футбольному миру в связи с кончиной Владимира Цинклера. Правительство рассмотрит вопрос об организации в будущем турнира в честь Владимира Цинклера.